поэт, писатель, сценарист, учитель, художник, автор-исполнитель песен, переводчик, актер. Все это Юрий Коваль. Человек-праздник, человек эпохи Возрождения, задушевный товарищ. Так говорили о нем те, кто его знал. Путешественник, охотник, знаток природы и красивого русского слова. Природа была для Коваля настоящим источником вдохновения. Вдохновлялась родной природой и художница Татьяна Маврина. В результате этого творческого содружества писателя и художницы появились книги «Стеклянный пруд», «Заячьи тропы», «Журавли», «Снег», «Бабочки» и «Жеребенок». Рисунки Маврины и миниатюры Коваля в этих книгах – это самостоятельные тексты, написанные красками и словом на одном жизненном материале и передающим сходное мироощущение. Предлагаю познакомиться с рассказом-миниатюрой «Иний» из книги Юрия Коваля «Снег», иллюстрации Татьяны Мавриной. «Иний, иний, иний. На заборе, на сарае, на ветках вишен иний. Заиндивел лес, заиндивела деревня. Только люди ходят в черных пальто и ушастых шапках в синем и серебряном мире. У возчика дяди Агафона заиндивели усы, а у лошади Тучки – ресницы. Хлопает Тучка новыми ресницами, не поймет, что это у нее там. Еще более густыми, черными и глубокими кажутся Тучкины глаза. Все мы видели снежинку, а кто видел иниинку? Иниинка? Да такого и слова на свете нет. А слово неплохое – иниинка, а еще лучше – иненка. Если очень внимательно приглядеться к покрытой инеем вишневой ветке, увидишь маленькую синюю сверкающую звездочку. Это и есть иниинка, а еще лучше – иненка. Она очень похожа на снежинку, только поменьше, посиней, посверкалистей, и она не летает. Жалко, что нет на свете такого слова «иниинка», а еще бы лучше «иненка». Но однажды я слышал, как про покрытую инеем заиндивелую березу сказали «иненка». А теперь я предлагаю вместе со мной сделать вот такую иненку своими руками. Для этого нам понадобится картон. Можно взять черного или темно-синего цвета. Белые салфетки, клей, белый карандаш и ножницы. Для начала нам нужно сделать основу для деревьев и сугробов. Для этого разрезаем салфетку пополам, а потом еще пополам. В результате у нас должно получиться 4 полоски из одной салфетки. Теперь скручиваем салфетки в трубочки. Вот что должно получиться. Приклеиваем трубочки из салфеток на картон. Сначала делаем сугроб. Потом приступаем к дереву. Затем берем салфетку и отрываем ее по контуру наших изображений. Наносим совсем немного клея и приклеиваем салфетку. То же самое делаем с остальными элементами. При желании можете нарисовать снежинки белым карандашом. Наша иненка готова!